Добрый день, дорогие друзья! Я буду снимать ряд видео, посвященных Арцаху, чтобы люди были просвещеннее, чтобы знали его историю, знали ее происхождение и знали, что по международному праву это является территорией Армении, а не Азербайджана, как представляет азербайджанская сторона, как фантазирует точнее. Так вот, прежде всего, начнем с термина Арцах. Когда вы говорите Нагорный Карабах, что недопустимо, да, в вашей речи, вы то же самое, что отрезаете от Арцаха его равнинную часть. Территория Арцаха состоит из 5 армянских княжеств – Хачаин, Тизак, Джераберт, Гюлистан. Это я назвал персидские названия, потому что в тот период Хамса была, и несмотря на то, что под, получается, протекторатом персов были, но армяне были самостоятельные. Армяне платили лишь дань и получали защиту. Это именно территории, на которой жили армяне. Есть армянские названия этим территориям. Джераберт, Чараберт, Гюлистан и Гермадар, Дизак, Дузах, Варант, Варанда, Варант. Ну, Хачин, соответственно, он так и остается от слова хач. Так вот, что хочу сказать. Прежде всего, придерживайтесь именно термина Арцах. И этого не только вы должны придерживаться, но и современные власти. И Армении, и Арцаха. Ни в коем случае, ни в каких документах не должно писаться слово Нагорный Карабах. Иначе вы, получается, сами признаете, что Армении принадлежит лишь Нагорная часть, понимаете? А это неправильно.